По тревоге сегодня ночью работали все оперативные службы города. Бомба у магазина «Октябрь». Такой звонок поступил в дежурную часть около полуночи. Как развивались события в материале Алены Губаевой. У магазина «Октябрь» заложена бомба весом в 120 килограммов, сообщил неизвестный диспетчерам и положил трубку. Аноним звонил в 23:40. Спасательные службы отреагировали без промедлений. К полуночи они перекрыли движение по проспекту Труда и начали оперативные действия. Наше полномочие было определить место эвакуации. В частности, определена была 21-я школа. Готовы были принять жителей дома номер 30 по Труда. И отработали в случае нахождения в этом доме больных людей, инвалидов во временном размещении в лечебных учреждениях. Но эвакуация не понадобилась. Полицейские проверили все помещения магазина, ближайшие территории и машины. Взрывное устройство не обнаружили. Во втором часу ночи спецслужбы прекратили безрезультатные поиски. Личность телефонного террориста устанавливается.